Всех поздравляю с победой и тебя тоже поздравлю с победой. Спасибо. Сегодня играли прекрасно. Ну, относительно тебя хочу сказать, ты не заметил, что ты стал уже игроком основы, железной практически? Вот так потихоньку, выходя на замену, сейчас уже железный игрок. Ощущаешь себя игроком основы? Нет. Ну, да, знаете, я вам так скажу, что ощущать, не ощущать, все равно, то есть в этом цикле в недельном нужно работать, доказывать, что ты являешься сильнее своего конкурента, и я стараюсь это делать. Второй матч на ноль. Это защита тоже не только вратаря, но и защитника. Сегодня практически Фомичев очень мало вступал в игру. Не знаю, что сказать. Получалось обороняться, не доводить дело до ударов, поворотом, где-то на перехваты, читать игру. Я думаю, справились все. В опорной зоне хорошо сыграли, не давали делать подборы противнику. Поэтому не было и ударов. С кем тебе проще играть в центре обороны? Или уже ко всем привык? Кто? Да, без разницы, если честно. То есть уже есть взаимопонимание со всеми, кто у нас в составе? Да. Как считаешь, вот наши результаты последние, что пошли победы, связаны с тем, что наконец у нас перестала чехарда с игроками, какой-то состав устаканился, и они начали сыграться? Ну, и это тоже. Я думаю, что и победа с Рухом сказалась в плане того, что у команды эмоции появились хотя бы, что уже нет такой расхлябанности, так скажем. Вот. Поэтому началось получаться. С твоим ростом с тебя гол. Когда забьешь головой? Хотел сегодня, но не получилось. В каждой игре стараюсь. Но нет, не выходит пока. Будем Удачи. Работать. Спасибо. Играем моцно, гуляем щиро. Хлопцы с тутейших мястин. Я разом с вами, я разумею, что я таки не один.